Доходы консолидированного бюджета Азербайджана за прошлый год исполнены на уровне 24 миллиардов манатов, расходы 25 миллиардов манатов, что составило 104,8% и 82,4% от прогноза. В ходе обсуждений в парламенте страны проекта закона об исполнении государственного бюджета отмечено, что без учета трансфертов из госнефтефонда доходы госбюджета страны составили 10,4 миллиарда манатов. В ходе заседания также говорилось о необходимости изучения процесса освобождения от налогов, оценки воздействия налоговых льгот в целом на рост экономики страны. Министр налогов Микеал Джабаров отметил, что главная задача на сегодня – снизить налоговую нагрузку, особенно для малых и средних предпринимателей, обеспечить прозрачность и справедливость налогового администрирования. Руководствуясь именно этими направлениями, мы совместно с соответствующими структурами представили правительству предложения, которые могут обеспечить повышение подотчетности, сократить теневую экономику. Эти предложения также касаются заработных плат, налогового режима для физических лиц и прочих вопросов.